Watch. Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео на канале «Всякие полезности», и в данном видео я хотел бы вам рассказать, как можно решить часто встречаемую проблему при установке продукции фирмы Adobe, которая заключается в следующем. Когда вы нажимаете на Setup, вам выбивает окошко, в котором пишется: не удалось инициализировать программу установки, чтобы определить проблему, загрузите программу Adobe Support Advisor. На самом деле, установка данной программы не решит нашу проблему, поэтому нам необходимо сделать следующее. Мы нажимаем выход, далее заходим в мой компьютер, заходим в диск C или любой другой локальный диск, где у вас установлена Windows. Находим папку Program Files x86, открываем ее и далее ищем папку Common Files. Нажимаем открыть и находим в ней папку Adobe. Далее опускаемся ниже и находим еще одну папку OOBA, точнее I. Данную папку нам необходимо переименовать. Мы, допустим, дописываем .1, нажимаем Enter. Далее нажимаем продолжить. Да, все, мы переименовали данную папку, и теперь проверяем снова, сможем ли мы установить данную продукцию от фирмы Adobe. Нажимаем Setup, пропустить. Все, инициализация программы установки пошла. Все, всем спасибо за просмотр. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. Также можете подписаться на мой канал, увидеть много различных полезностей на моем канале в вкладке «Плейлист». Здесь вы найдете посылки с Китая, также туториалы, далее хаки для ВКонтакте, различные обзоры на товар и многое другое. Все, всем пока!